Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Продолжаем выполнять работы по утеплению чердачного перекрытия. Вот здесь вот у нас стоят лаги. Здесь вот подшив. Там уже идет у нас чистовой потолок. Как утепляем, как пароизолируем. Между лаг выполняем устройство пароизоляции. Укладываем ее вот таким вот способом, корыцем, оборачиваем пароизоляцию и прижимаем оргалитом. Таким образом обеспечиваем механическую фиксацию и минимизируем какое-либо образование складок. Далее будем укладывать сюда вот непосредственно утеплитель и сверху закрывать уже диффузионной мембраной. Вот здесь вот на стене мы еще пока не заводили пароизоляционную пленку. Будем ее обязательно заводить и приклеивать непосредственно к стене. Вот здесь вот уже ребята подготовили участок, прошлись по кирпичной кладке плиточным клеем для того, чтобы у нас было основание, которое можно было прогрунтовать и приклеить, соответственно, специализированную ленту. Вот так вот пока выглядят промежуточные работы. Складываем в одно место лайнер от ленты. Вот непосредственно проклеиваем ее. Полностью выполняем герметичное устройство. Вот так вот оно выглядит. А здесь еще участок мы не делали. Вот в этом месте предстоит у нас только устройство пароизоляционного слоя. Вот такие работы мы проводим.